В Нерюнгринском районе изъяли партию контрафактного алкоголя. Во время операции «Алкоголь» на федеральной трассе «Лена» был остановлен автомобиль «Исудзу Эльф». Управлял им гражданин 93-го года рождения, проживающий в поселке Хатыми. В ходе досмотра транспортного средства была обнаружена алкогольная продукция без сопроводительных документов с признаками контрафактности марок акцизного спора. По версии задержанного, продукцию он приобрел у неизвестного лица для личного потребления. Алкогольная продукция – это 11 коробок и 212 бутылок изъято. Материалы проверки находятся в производстве службы участковых полномоченных полиции. Вынесено определение о возбуждении административного производства. Усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 Кодекса об административных правонарушениях. Оборот алкогольной продукции без маркировки, если такая маркировка и нанесение указанной маркировки является обязательным. Санкция 5000 рублей с конфискацией.